15-тысячный абонент нового вида услуг Казахтелекома в Караганде был отмечен памятным подарком. Айдинет – это интернет оптической линии. Он намного удобнее и скоростнее, чем привычный Мегалайн, рассказывает Сергей Высокосов. Павел Китко не верил до последнего момента, что он стал абонентом Айдинет с подарком от Казахтелекома в придачу. О том, что возможности интернета безграничны, знает, наверное, каждый. А вот то, что Казахтелеком является лидером в работе с клиентами, наверняка знают не все. И сегодняшняя акция как раз и доказывает, что Казахтелеком как провайдер в первую очередь во главу угла ставит заботу о клиенте, о качестве предоставляемой услуги. Для Павла невероятные приятности начались с момента подключения к Айдинет. Модем оказался бесплатным, а тут еще и неожиданный подарок. Приз от нас подарок, планшетный компьютер, где-то рядом устройство и цветы. Поздравляем вас! Новую услугу Казахтелеком начал внедрять 3 года назад в Алматы. Сегодня многие карагандинцы уже могут пользоваться Айдинетом. Сотни домов подключены к оптическим линиям. Подключение бесплатное. Я даже был приятно удивлен, потому что, когда мне звонили и сказали, что на днях придут переключать, обещали скорость 20 мегабит. Но потом, когда подключили, я проверил, что оказалась скорость 40 мегабит. Оказывается, в 2 раза выше обещанной. Тарифный план нового вида услуг достаточно гибкий. Например, Айдинет Суперхит предлагает безлимитные звонки по Казахстану. В плане Турбо с 1 июля подняты скорости на внешние ресурсы до 40 мегабит. У Айдинет Хит скорости до 30 мегабит. Каждый желающий найдет для себя в Айдинете ту изюминку, которую долго искал, работая с Мегалайном. Высококлассная услуга. Скорости могут подняться до 100 мегабит. Но я думаю, что сюрпризы и приятные новости от Казахтелеком, они всегда будут удивлять. И все ваши пожелания тоже мы учтем. Только вперед. Будем ждать от Казахтелеком очередных приятных новинок. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1 Карагандинский.